Ребята, всем привет! Гуляю в Павловском скверике, и вот такая вот картина появилась. Ну, пока средств каких-то нету, просто возьму то, что поместится, а вечером мы уже придем с большим пакетом и всю эту билиберду уберем. Ребят, если я увижу, что кто-то так мусорит в Павловском скверике, я реально приглашу не только на кофе, но и на капучино. Слово мрази. Вот еще одну бутылку можно поднять, чтобы она все уместилась. Блин, неудобно брать, но вот так вот как-то. О, поместилась. Что не сильно хочется руками это все брать, но что поделаешь, помою потом. Друзья, часть убрали, обязательно сюда вернемся. Только что вы видели, как простой человек может убрать часть мусора в парке.